Куда бегут мужчины? Пробежка в честь Дня защитника Отечества. Незабытый полк. О подвигах военных поселка Муранитный. Митинг на колесах. Автопробег в поддержку Путина. 23 февраля, час дня. Место встречи – бульварная Олещенкова. Именно отсюда через несколько минут стартуют 9 зареченских спортсменов. Для Леонида пробежка – отличная возможность разнообразить повседневность и провести время в компании единомышленников. Для души, для себя пробежаться на свежем воздухе, просто послушать пение птичек, побегать, помозолить ноги. Конечно, собрались не все, но все настоящие, все здесь. В поисках близких по духу организаторы расклеили объявления в спортмагазинах, школах и разослали приглашения в социальной сети. В интернете желающих набралось почти полсотни. На старте появилось всего 9, но спортсмены ничуть не огорчились, ведь это их первый опыт. Это пока первая пробежка пробная. Просто познакомиться с ребятами, посмотреть, как это вообще проходит, чтобы был опыт организации. Бульварная Олещенкова, почта, Таховский бульвар, улица Курчатова, площадь и, наконец, Электрон. Вот по такому маршруту решили пробежать спортсмены. Привлечь внимание прохожих получилось. Обходиться без остановок и держаться группой тоже. Вот только самый опытный спортсмен Владимир Захарцев под конец начал сбавлять обороты. Говорит, скорость уже не та, что раньше. Мне вот уже 71, а я продолжаю и молодым. Призываю дальше заниматься спортивным спортом, оздоровительными упражнениями. Ну и хочу сказать благодарность организаторам за такой пробег. 16 минут. Время, за которое зареченские активисты пересекли большую часть города. Усталые, но довольные спортсмены заявили, в будущем Заречный ждет еще не одна такая пробежка. Лишь бы сами жители были заинтересованы. Пока что в планах организовать спортивную акцию в честь Дня Победы. Но что именно придумают ребята, пока остается загадкой. Тост за нашу маленькую победу. Мария Морозова, Антон Коряков, Иван Козырев. Детали дня. Подполковник, майор, прапорщик и медсестра, военторг, прачка. Снова вместе и снова в родной части. На земле поселка Муранитный последний раз они встречались уже больше 10 лет назад, когда праздновали 60-летие военного гарнизона. 7 июня 2012 года полку 21-221 исполнилось бы 71 год, но в 2006 году военная часть была расформирована. Отголоски памяти о незабытом полке настолько яркие, как будто все было только вчера. Техник 4-го отдела Евгений Федорович Сергеев служил в части 46-го года на протяжении 27 лет. Он работал с боеприпасами. До сих пор в носу стоит запах иприта, рассказывает ветеран. Дядя Женя, так уважительно все его называют, прошел службу в военном гарнизоне под командованием 6 командиров. Каждого помнит поименно, о каждом есть что сказать. Послевоенной жизни части больше всего ностальгирует по лошадям. На лошадках боеприпасы. Припасы развозили и развозили, и все. На солдатика две лошади. Специально был взвод, вот, около конюшни. Конюшня большая, на 120 лошадей надо. 120 лошадей и всего одна легковая машина командира были в военное время средством передвижения солдат. Часть 21-221 вытащила Великую Отечественную на своем горбу. Так писал в своем обращении к молодому поколению части подполковник Иван Миронов. Но и в послевоенное время скучать военному гарнизону не приходилось. Эшелоны с боеприпасами приходили и уходили отсюда ежедневно. Гарнизон не остался в стороне и в войне между Египтом и Израилем в 73-м активно снабжали оружием наших солдат во время войны в Афганистане. База центральная, она распределялась. В основном мы расправляли боеприпасы не напрямую войска, а на армейские склады, то есть уровень поменьше. А с армейских складов они уже уходили там уже до частей. И одновременно занимались уничтожением пятой категории. Тоже патроны много. Туда и много было своих групп. И потом, значит, много приходило. А когда начался вывод войск из группы советских войск Германии, с Венгрии, с Польши, весь поток пошел сюда. 5-7 эшелонов, 300-500 вагонов боеприпасов в сутки приходилось разгружать солдатам военного гарнизона 21-221. Работали сутками, причем ночами в кромешной тьме. Всего несколько прожекторов освещали путь от склада к вагону. Работать с боевыми припасами каждой военной части мог и закрытыми глазами. Склады с боеприпасами охранялись караульными. Караульный служащий обходил территорию, обнесенную колючей проволокой, протяженностью 8 километров. Чтобы обойти ее, требовалось 2 часа. За
сутки каждый караульный солдат проходил 32 километра. Докладывали об обстановке по извещателям на полукилометровых точках. Чуть малейший шорох и сразу в ружье. Группа солдат поднималась на помощь мгновением. К счастью, за всю историю военной части серьезной тревоги не было. Беспокойство караульным доставляли только лесные животные. Солдатики узбеки, с Узбекистана, с Таджикистана, и они первый раз увидели лося, и по периметру идет, он с рогами, все, и мне узбек докладывает, звонит. Товарищ прапорщик, тут, говорит, на меня шлен идет. Я думаю, какой шлен? Я говорю, кто идет? Шлен идет с таким рогом, говорит. Ну, все, резервная группа, поехали. А потом приезжаем. Я говорю, так не шлен идет, же. Это говорю, лось. А я когда спрашиваю, что он делает, он травка щиплет. Несмотря на беспросветную работу и службу, военная часть 21-221 жила и отдыхала. В поселке Муранитный, прилегающем к гарнизону, строили семьи, рожали детей, учились, работали, болели. Вход в жизнь военного городка был строго по пропускам. Старшая медсестра Евгения Федоровна Иванова хранит корочки закрытого прошлого до сих пор, как память о той большой семье. Какое-то мероприятие, праздник, все в клубе. Дома никто не отмечал, все в клубе. Тут оркестр хороший свой был. Например, караул вот провожали. Каждый день караул уже наступал вот на охрану с оркестром. Оркестр. Различные танцы, оркестр. И все есть народ. Занимались и копкой картошки, и грибы загадались, и художественной самодеятельностью. Грибы, да. И художественной самодеятельностью, такая самодеятельность была. Небольшой городок, только свет в том окне, где не спится лишь мне. Завтра я ухожу, честно выполнив долг. Завтра я навсегда покидаю свой полк. Поутру на плацу крайний раз постою, хоть гражданский уже, но в военном строю. Десять часов утра. Заречный. Участники автопробега собираются на главной площади города. В небо устремляются флаги, а на машинах появляются амбициозные наклейки. Заречный за Путина. И нам нужен сильный президент. Молодежь активная. Абсолютно. Мы прекрасно 4 марта будет выбираться отчасти наша судьба. Поэтому молодежь хочет жить в достатке, в достоинстве, чтобы у нас были и садики, и было и площадки спортивные, и было все. Старт колонны уже привлекает внимание. 8 автомобилей с включенными аварийками и развивающимися российскими триколорами. Настоящая акция поддержки. Впрочем, назвать это митингом даже у ярых политиков язык бы не повернулся. Ни ораторов, ни трибун, и даже лозунги только по бортам машин. Да и не атрибутика главное, утверждали участники пробега. Главное показать, у молодежи есть свое мнение даже в политических вопросах. И они по-своему готовы его выражать. Голосовать за будущее страны, но помнить при этом и о его славном прошлом. И в знак этого возлагать цветы у каждого встреченного на пути памятника. Акция не случайно была запланирована именно на 23 февраля. Организаторы не скрывают. Сегодня защита Отечества для них ассоциируется с правильным выбором президента страны. И Белоярский городской округ, и Заречный, стартуя отсюда дальше, в сторону Асбеста, говорит свое четкое, правильное, я считаю, будем говорить, утверждение, которое гласит «За Урал!». Поддержать премьер-министра каждый решил по-своему. Те, у кого не хватило времени, использовали маркер, другие подготовились более основательно. Флаги, шарфы, колонки на крышах автомобилей, портреты по бортам и даже почти полицейская сирена. Все для того, чтобы привлечь внимание и доказать, молодежь выбрала своего кандидата. Мне он симпатичен, нравится все, что он вообще в принципе делает. Это во благо России. Каждый из участников причисляет себя к тем, кто на митинг пойдет только в крайнем случае. Уверены, большинство молодых людей такие же. Но это не значит, что свои убеждения они отстаивать не готовы. Как раз наоборот, вот ведь приехали.
Все замечательно прошло, люди воодушевлены, есть искры в глазах, огонь в глазах, все веселые, всем было интересно, здорово. Я думаю, что то, что мы хотели сказать, то, что мы за стабильную и развивающуюся в дальнейшем Россию, мы это сказали, и это многие услышали. 6 городов, 25 машин и более сотни молодых людей, участников автопробега, которые уже сделали свой выбор. Они проголосовали за свой город, за свою страну и за своего сильного президента. Александр Кузнецов, Александр Зыков, Сергей Жильцов. Детали дня.